Катание на роликовых коньках, гимнастика, йога, каллиграфия, рисование, арт-терапия, научные опыты и квесты. Все это и многое другое входит в программу проекта «Нескучные каникулы». Досуг получается насыщенным и разнообразным. А об этом зашел разговор в офисе местного отделения партии «Единая Россия». Что понравилось больше, дети рассказали главе городского округа. Но и она пришла не с пустыми руками. Тем более, что об этой встрече договорились заранее, как раз ко Дню Победы. Сейчас самое главное, о чем говорили, это подарки, да? Кто любит подарки? А подарки-то непростые. Тут есть и полезные вещи для будущих летних походов всей семьей в лес. Это тоже нескучные каникулы, и они тоже должны остаться в памяти, как время, проведенное с пользой. Программа проекта нравится не только детям, но и их родителям. И в рамках этих каникул нескучных детки проходят культурное, патриотическое, историческое воспитание. Всем этим деткам мы оказываем поддержку, на безоплатной основе их принимаем и занимаемся с ними. А впереди еще самые долгие летние каникулы, и они тоже не останутся без внимания. А летом мы будем делать очень много таких же интересных мероприятий в рамках мастер-классов или разовых акций в нашем городе Мытищи. С началом осени нескучные каникулы вновь возобновятся в привычном режиме. Мастер-классы, квесты и многие другие мероприятия, которые никому не дадут скучать. Сергей Берзин, Первый Мытищинский.